преступление совершил, попал в тюрьму. Разбой, кража. Приехал Вагнер, собрал людей. Пригожин говорил, что русская армия сдался, надо ваша помощь. Но сразу сказал, что мы поедем штурмовать. После этого приехал Министерство обороны. Рассказывал, что наши деды там воевали. В течение 15 дней нас отправили уже на лесополоса. Приехали, там копали, пошли в другую позицию. И там опять же там копали. Нас 200 или 300 или еще не дошли до позиции. И 110 человек остался 35. Я мертвых видел, которые уже 4-5 дней лежат. Черное лицо. Болевал там. Невозможно было проходить. Чего не хватает людям? Просто чего не хватает, что играют за жизнью? По-любому, либо ты серьезный 300 будешь, без ног или без рук, либо 200. Третий не дано. Как вас зовут? Бехруз. Бехруз. Откуда вы? С Таджикистана. Сколько вам лет? 26. Какое у вас образование? Среднее. Что вы закончили? 10 класс. А где вы родились? Республика Таджикистан. Какое место? Город Душанбе. Душанбе. Как вы оказались на фронте? В 2013 году я приехал в Россию, когда мне 16 лет было. И остался в России. Приехали работать? Да, к отцу приехал. Отец работал? Да. Чем занимался? Он был фермером. На ферме работал. А я на стройке. Сначала на стройке работал, а потом уже на складах. Ну и случилось так, что преступление совершил, попал в тюрьму. А какое преступление? В первом сроке, когда мне 19 лет было, за разбой. Разбой, кража. Мне дали 7,5 лет строгого. Что вы брали? Квартиру? Да, зашли в квартиру сотрудника. Оттуда взяли материальные вещи. 7,5 лет получили? Да, в строгом режиме. Это один ваш срок или еще был? Это первый срок. Первый. Сколько вы отсидели? 5 лет, 5 месяцев отсидел, 2 года, 1 месяц оставил по условной досрочной. И приехал опять в Новосибирск, где отец жил. Там устроился на работу, там на склад «Озон» интернет-магазин. Там работал где-то 8 месяцев. И случилось так еще на другое преступление. Какое? Наркотой. Стали торговать? Нет, надо было отдать другому человеку. Передавали? Да. Не успел передать. Взял товар, надо было отдать другому человеку. И не успел отдать, и поймали меня. Сколько дали? 7,5, только особого. И год отсидел. Потом приехал... Где сидели? Самарская область. Кинель? Нет? Тольятти. Тольятти. Город да. Тольятти. Приехал Вагнер, собрал людей. Ну, там сказал, что надо помогать, помощь вообще нужна. И собрал где-то 200 с чем-то человек. 200 человек собрал? Да, с нашего лагеря, да. А сколько в лагере было всего? 500 или 600. Это так. То есть третью часть? Да. Это первый раз, когда Вагнер приехал. А кто приехал от Вагнера? Пригожин. Сам Пригожин приехал? Да. То есть вы видели Пригожина? Да. И что он говорил? Говорил, что русская армия сдался, надо ваша помощь. Так сказал, что сдался? Ну, так. И он собрал 200 с чем-то человека. Что он пообещал? Пообещал, что полгода вы будете воевать. И у вас помилуют, все твои судимости снимут, погасятся, да. Еще и платить будут. И еще платить будут. Без разницы, какими сроками, любыми сроками беру. Он рассказывал, что он сам сидел? Да, да. Говорил? 10 лет или где-то 20 лет отсижен у него был. А какое он впечатление на вас произвел? Впечатление? Ну вот как он вам показался, Пригожин? Ну...
В военной форме. В форме был? Да. Ну, как бы удивились просто. Мы не знали, кто это, что это, и не знали, почему он приехал. Когда он приехал, там вертолет летели, там ворота лагеря открылся, на черном или белом какой-то машине приехал. Ну, когда всех осужденных собрал на площадке, где футбольные игры. И там всем рассказывал, что вот так, такая условие. Если вы хотите, я оставлю вам двоих своих человека, и к нему подходите, записывайтесь, и вас заберем. Он не говорил вам, что ему предпочтительнее люди, которые умеют пользоваться ножом, пистолетом, которые резали, не говорил так? Нет. И он собрал 200 с чем-то человека, но сразу сказал, что мы поедем штурмовать. Да, не сказал, что там оборону держать или что. Не просто обманывал. Мы идем штурмовать. Все, на шторм. И он собрал 200 с чем-то человек, и они поехали. Ну, там неделю где-то они остались, ждали, и их забрали, уехали они. Потом второй раз. Опять он приехал? Да. Не, он не приехал, уже другие там, Вагнера. Приехал, забрал 15 человек. 15 человек забрал, тоже уехали они. А вы все не ходили? Не. Они а потому что страшно заран... было? Не, просто они сказали сразу, что штурмовать мы едем. Вам не захотелось штурмовать? Нет. После этого приехал третий раз уже Министерство обороны. И он рассказывал, что наши деды там воевали. Ну, вы тоже как. С фашистами, да? Ну, с немцами, да. И вы будете как бы воевать, если как бы живыми остаетесь, будете перед своих там родных, ну там, ну, гордливо ходить. Воевали так, не зеки. И сказал, что там вы будете вторую линию держать, оборону, вторую. Там про шторм вообще слов не рассказывал. Там полгода, в течение полгода, и там, если желание есть у кого, обязуетесь еще полтора года по контракту. Дорогие друзья, благодаря в том числе и интернет-магазину «Гордон Шоп» мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем, заходите в интернет-магазин «Гордон Шоп» и приобретайте там все, что хотите, начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты «Гордон» в шоколаде, «Птичье молоко», а еще там есть яйца «Гордона» в шоколаде в золотой пирамиде, а еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине «Гордон Шоп», скучно вам точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. А вот когда вы сидели, вы в нормальных условиях или плохо сидели? Тяжело было? Ну, плохо, конечно. Плохо? Да. Четыре стены, там свободы не хватило. Издевались над вами там? Не. Не было такого, что вы таджик, а мы русские? Такого не было? Не. Для них всех одинаковые. Без разницы. Нет, я имею в виду в тюрьме, в лагере. Между зэки? Да, нет, конечно. Нет. И он сказал, что вот, если кто хочет, пожалуйста, вот такая сумма. Ну, про деньги рассказывал, что будете получать. Так, и потом за боевые действия. И 85 человек собрал. Кто ж там в зоне остался? Остался уже... Где-то 300, по-моему, или 200. Мало людей осталось, да? Ну, особый режим – это всегда как бы мало. И приехали. Сначала сказали, что вы приедете на Ростов обучаться 15 дней.
течение 15 дней вы уже едете на другую зону, боевые зоны. Мы приехали обучаться не в Ростове, а Донецкая республика, Новая Ялта. Там 15 дней обучались, показали, там одиночки, там все, как использовать оружие. Но все равно там 15 дней это мало. И все, после течения 15 дней нас отправили уже на лесополоса. Надо было там окопы копать и просто на позицию стоять. Мы приехали в первую позицию, там копали, в блиндаже копали, через несколько дней нас забрали, сказали, что уже в другую позицию идем. Сколько труд там оставили, пошли в другую позицию. И там опять же там копали блиндажи, там всякие, там все сделали. И все, месяц просто жили нормально, спокойно, без бомбежа, без ничего. Блиндажи? Да. Ну, на лесополоса. Уже больше месяца и где-то неделю или там две недели. Просто никуда ничего не ходили. Магазин, жили просто, все нормально было. И однажды там уже сказали, что все, завтра подготовьтесь к боевым действиям. Надо уже ехать, штурмовать. И все в шоке, какой штурм, вроде такого не было. Все, увезли из позиции, каждая позиция по 110 человек, 5 взвод. 5 взвод, да? 110 человек был. Они поехали 5 июня. Надо было линию обороны держать. Пошли по дорогу, уже еще не дошли до позиции, уже по дорогу нас 200 или 300 или еще не дошли до позиции. Ну, в итоге потом дошли, когда уже после того, как 200-300 было. Оборону занимали, все. Нас, когда танки заехали туда, ну, начали бомбить, и там приказ был, что отступаем назад. И назад пошли, ну, там все разбежались по разные стороны, уже никого как бы сложно было найти. И потом на следующий день другой уже на Новодонецк, деревню на Новодонецк. Туда поехали, то же самое, надо было там линию оборону держать, и все. Там тоже там сколько, 10 дней где-то побыли, все. Когда много потерь было с нашего рота, потери было, и нам сказали, что все, собирайте все свои вещи, поедем где на лесополоса, где место отдыха. И все собрались, приехали на лесополоса, где там блиндажи. И 110 человек, остался 35. Было 110, да. Осталось 35. Остальные трупы? Остальные 200-300 раны. Там один без вести был. Все, 35 человек. Там пару дней еще побыли, и все. Сказали, что едем в другую задачу. Уже все это усталость, все надоело, как бы это как будто просто беспредел, куда-то там пихают на мясо чисто, да. Уже как бы выхода нет. Автомат, как можно с автоматом воевать против танк, миномет, дроны? Невозможно никак. И все. И плен. Да. А как вас в плен взяли? Мы как бы пошли там в другой деревне. Просто был один человек. Он сказал, что у меня есть там знакомый. Ну, у меня там из тюрьмы еще. Когда был, у меня цели не было, что я приехал воевать. У меня цели вообще другие, чтобы избавиться из тюрьмы, чтобы пойти спокойно на свободе. И этот у нас настрой был, настрой здесь приехали, ну, к вам. Один из нас, у него
родственники живут в Киеве, а у этого родственника знакомые воюют против России. ОСБ или ЗСУ. ОСБ, по-моему. ЗСУ, наверное. Да, да. Ну, тоже решает человек с должностью. Ну вот, но он вышел, он третий человек из нас, который главный, он вышел с ними на связь, и он сказал, что есть, там можно вас спасти, чтобы не попасть на мясоруб. И он нам сказал, что вот такая это, есть у меня человек здесь, хотите, пойдемте со мной. Если нет, то я сам пойду. А кто воюет против России, у него знакомый. Он отправил через WhatsApp координат, как надо добраться до украинской позиции. Ну, надо растяжки, мины против танков, надо как проходить. И потом доберемся до украинской позиции. Ну, я как бы думаю, что вроде я, если были такие возможности, давным-давно еще с первого дня мог бы прийти. Просто думаю, что это очень много потерь, 110 человек, 35 человек осталось. По-любому, либо ты серьезный 300-м будешь, ну, например, серьезный это без ног или без рук, либо 200, третий не дано. А страшно было? Что? На войне страшно было? Да. Страшно-страшно? Очень страшно. Это очень. Вы много мертвых видели? Да. Я мертвых видел, которые уже 4-5 дней лежат. Черное лицо. Просто я даже испугался назад, отступил, болевал там. Невозможно было проходить. Я от страха просто первый раз, когда увидел 200 лежит с черными лицами. Я думаю, что кто-то просто лежит. Подошел, смотрю. И обратно вернулся, уже все, уже я потерялся. Пришел до этого окопа, кто стоит. Они, что случилось, я уже не могу что ответить, я уже плохо очень ощущал себя. Блевал там, тошнота была. И я им сказал, что я с вами остаюсь, я туда не пойду больше. Никогда я больше туда не пойду. И все, я больше не пошел туда. Вы себе задавали вопрос, почему Россия напала на Украину? В чем причина? Ну, по моему мнению, как бы, не по моему мнению, а слух, опять же слух. Я слышал, что почему Россия напала на Украину, потому что украинцы не хотели к Россию. Ну, Россия сказала, если вы пойдете в сторону Европы, то у вас дорога будет закрыта в России. А если вы придете в Россию, у вас дорога будет в Европе, закрыта в Европе. Из-за этого, по-моему. Когда вы видели войну изнутри, вот что вы думали об этой войне и о том, что вы видели? Думаю, что чего не хватает людям. Просто чего не хватает, что играют за жизнью. Играют это жизнь, которая один раз. Уже второго не будет как бы. Ну, второго на мире вечном будет, а на земле... В Аллаха верите? Да. Молитесь? Да. У меня вообще цель, если у меня план не был, что я приехал воевать. Если я хотел бы воевать, штурмовать, убивать. Я уже в первый раз, когда Вагнер приехал, тем более там полгода было. Я уже давно поехал воевать. Я вообще даже один патрон не направил в сторону Украины. Что дальше? Вот как вы видите дальше свою жизнь? Свою жизнь вижу, что как бы нас ждет там очень печальное. Ну, в России, если нас обмен делают, ну, как бы всю дорогу до Азовских, вот сколько до суда встречалось, военнослужащих украинцев. Ну, всю дорогу сказал, что я отказываюсь от Америки. Но вам не хочется на фронт опять? Кому хочется?
Никому не хочется ехать на фронт. В Таджикистан не хочется вернуться? В Таджикистан в первую очередь хочется. Хочется? 10 лет я не был. 16 лет был у меня, я приехал в Россию и все, остался в России. Душанбе красивый город? Ну, было красиво. Сейчас много чего построили, сейчас полностью изменилось, говорят, сейчас намного лучше стало. Ну, как бы, как обычно, насчет продуктов все дороже, дороже. Как вам кажется, когда закончится война? Война? Когда закончится? Когда правители решают там между собой что-то. Ну, точно это надолго, я думаю, потому что как будто еще не началась война. Просто еще так, простые люди идут на войну. А если прям серьезные, да, там, спецы, там, кто уже давно воюет, их если отправляют и будут там ракеты зарабатывать, это уже будет серьезная война. И так серьезно, но не лучше, чем скоро будет. То есть вы не ждете скорого окончания войны? Где именно не ждете? Ну, вы не думаете, что война скоро закончится, да? Не думаю. Не думаете? Что вы о Путине думаете? Путин, ну, точно я как бы не знаю, что я думаю. Почему это все делает? Вам не жалко украинцев, которые погибают? Мне жалко всем, кто погибают, честно. Всем, до единого, кто был, не был. Украинцы защищают свой дом. Да. Украинцы защищают свой дом. А русские пришли в наш дом, чтобы у нас его забрать. Забрать. Чтобы вы подчинялись, да? Россию. Да. Ну, раньше как было? Вот в 2013 году, до 2014 году как было? Подчиняли, да, Россию? Были с Россией дружба? Нет, не подчинялись, были нормальные отношения до 2014 года. Да. Нормальные отношения. Ну, две суверенных страны все равно, вот Украина, вот Россия. Были нормальные отношения. Потом они пришли, забрали Крым, забрали Донбасс. Но этого им показалось, но мало. И они решили забрать вообще всю Украину. Всю Украину. Слышали, что они хотели еще Киев забрать? Киев хотели забрать, да. Как бы вы отнеслись к тому, если бы они пришли забрать Душанбе? Так-то, и так они уже забрали его. И так он в России уже находится. Там база стоит. Да. На границе русские войска. Да, там. На границе с Афганистаном, да? По-моему, да. Ну, сейчас как вот, знаете, вот афганцы... Вот они, почему их не могут забрать, афганцы? Потому что они воины. Они воины, бессмертные. Сейчас я вот... Воины ислама. Я в тюрьме сидел, там посмотрел по телевизору, что уже там талибы рулят. Да, конечно. Афганистан. Конечно. Я думаю, что сейчас они что-то планируют и всю миру хотят сделать. Пусть бы с России начали, чтобы в Россию пошли. Ну, с Россией договор заключили, что мы не будем вас трогать, и вы не трогайте нас. Все мирно, они согласились обоих сторон. Все, они живут сейчас нормально. А Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, они сейчас как бы на стороне России, они подчиняют это. Изначально еще было. Они не могут воевать против никого. У нас население 9 миллионов. С этим 9 миллионов ничего не поделает. И армии нет. Да. Три танка и один вертолет. Поэтому они придется им молчать и слушать. Все. Выбор. Что такое для вас счастье? Счастье – это семья. Семья – свобода. Семья – свобода. В первую очередь семья. Вы были счастливым человеком? Счастливым человеком. Когда с
из тюрьмы освободился, вот тогда первый день я очень счастливый был. Лучше, чем из все. Из других вещей. Когда вот нас свободу отпустили мне, да, освободили, вот тогда я был первый очень сильный счастливый человек. Когда вы молитесь, чего вы просите у Аллаха? Прошу в первую очередь простить мои грехи, то, что я совершил, и наставить меня на истинный путь. И мне избавить от плохих, от грязных людей. И оказал мне место в раю. Вы верите в жизнь в раю? Да. Я уже 7 лет в исламе.